Cadillacs and dinosaurs. Всем привет, меня зовут Владимир, вы на моем канале, и здесь мы говорим об автомобилях, которые снимаются в кино. Мы продолжаем изучать автокультуру Старой Америки, сегодня у нас не совсем обычный выпуск, так как мне бы хотелось вспомнить довольно популярную в США медиафраншизу, в нашей стране практически неизвестную. Постапокалиптическое будущее, винтажные автомобили 50-х и огромные динозавры. Что может быть общего у всего перечисленного, кроме того факта, что все это достаточно популярные темы в западной поп-культуре? Вот сейчас и выясним. Ксенозойские истории, ну или сказки, кому как угодно, созданные известным американским писателем-иллюстратором и автором комиксов Марком Шульцем. Выпускник Кутстаунского университета Пенсильвании, большой поклонник творчества Роберта Говарда, автора «Конана Варвара», Марк Шульц был покорен визуальной стилистикой обложек романов жанра героическое фэнтези. Находясь под впечатлением от работ художника-ветерана Фрэнка Фразетта и его ученика Кена Келли, Марк Шульц мечтал создать свою собственную вселенную. Результатом этих попыток и стал первый выпуск «Ксенозойских историй», опубликованный в 1986 году в восьмом выпуске антологии «Death Rattle». Идея автора состояла в том, чтобы соединить ностальгическую любовь к 50-м, вспыхнувшую в США на рубеже 1970-х и 80-х, не без влияния таких фильмов, как «Бриолин», «Американское граффити» и многих других. Да, в общем-то, та же франшиза «Назад в будущее» внесла свой вклад. К этому добавили постапокалипсис, тут все понятно, в основном влияние Безумного Макса и динозавров. Комиксы очень тепло встретили читатели, и Марк продолжил работу над этой историей. С 1987 по 1996 год было выпущено 14 выпусков ксенозойских историй. Выходили они нерегулярно, с большими перерывами, но постепенно обрели культовый статус, а позже переродились в другую сольную серию комиксов под названием «Кадиллаки и динозавры». Комиксы под этим названием выпускали разные издательства, в том числе и Marvel. Собственно, в двух словах историю этого мира сложно пересказать, но синопсис таков. В начале 21 века из-за угрозы катаклизма люди ушли жить под землю. Спустя 500 лет они вернулись на поверхность, в мир, наполненный доисторическими существами. Различные племена учатся жить на поверхности, осваивают забытые технологии древних и пытаются наладить дипломатические отношения друг с другом. Главные герои – это механик Джек Тенрик. Именно он ремонтирует и модифицирует старые кадиллаки, которые по каким-то неясным причинам остались в строю даже спустя 500 лет. И девушка-ученый, дипломат Ханна Данди. Но, в общем-то, в комиксах достаточно проработанный мир с большим количеством персонажей. Марк Шульц получил 5 премий Харви за свою работу над этой серией. Он трижды выигрывал в номинации «Лучший художник или иллюстратор» в 1990, 92 и 93 году, один раз в номинации «Лучший иллюстратор» в 1997 году и один раз в номинации «Лучший графический рассказ» за «Ксенозойские истории» номер 11 1992 года. Пиком популярности франшизы стала первая половина 90-х годов. Именно тогда по мотивам комиксов на CBS был выпущен 13-серийный мультипликационный сериал с сильно упрощенным сюжетом для более молодой аудитории. Очень популярная игра в жанре битэмап от компании Capcom и еще одна гораздо менее популярная игра для платформы Sega CD. По словам Марка Шульца, он не принимал участия в создании этих проектов. Долгое время ходили слухи о запуске в производство фильма по мотивам этой серии,
но дальше разговоров дело не пошло. Интересно, что Марк Шульц, как владелец всех прав на созданную им же франшизу, заключал договор с General Motors на использование названия Cadillac в своих комиксах, а также внешнего вида автомобилей Cadillac начала 50-х годов, и по его словам, срок этого соглашения уже закончился. Автор по-прежнему может использовать изображения этих автомобилей на страницах комиксов и даже вскользь упоминать марку, но использовать название Cadillac в заголовке, а также в качестве рекламы и так далее, уже нельзя. Также Шульц упомянул, что не всем в GM нравилась идея, что продукция компании Cadillac используется в сюжете подобным образом. Для тех, кто не читал комиксы и не смотрел мультфильмы, расскажу, что поскольку бензина в постапокалиптическом будущем нет, двигатели машин были переоборудованы, дабы работать на, скажем так, биотопливе, оставляемом после себя динозаврами. Кстати, что касается автомобилей, то это Cadillac 62 серии. Год выпуска сложно определить из-за довольно заколхоженного внешнего вида, но в целом это автомобили третьего поколения 62 серии, выпускавшиеся с 1948 по 1953 год. Первые по-настоящему новые послевоенные автомобили Cadillac, так как машины, выпускавшиеся в 1946 и 1947 году, были по сути чуть измененными машинами, разработанными в конце 30-х годов. Конструктивно третье поколение Cadillac 62 серии было очень прогрессивным для своего времени. Впервые дизайнеры добавили так называемые хвостовые плавники, которые увеличивались в размерах с каждым модельным годом, пока не достигли своего пика в 1959 году. На этих автомобилях наконец заменили технически устаревающий двигатель моноблок V8 на новый двигатель V8 объемом 331 кубический дюйм или 5,4 литра. Коробка передач автоматическая, GM-овский гидроматик, появившийся в качестве опции еще до войны, но теперь устанавливающийся на автомобиле Cadillac серийно. Ну и конечно нельзя не упомянуть, что Cadillac Coupe de Ville этого поколения наряду с Buick Roadmaster Riviera и Oldsmobile 98 Holiday стал первым GM-овским автомобилем в кузове хардтоп без центральной стойки. Кстати, Марк Шульц с трудом вспоминает момент, когда он решил использовать в качестве автомобилей главных героев в постапокалиптическом будущем именно Cadillac начала 50-х. Он говорит, что скорее всего формы этих машин ему больше всего нравились с визуальной точки зрения, как художнику, а остальное уже история. Кадиллаки и динозавры регулярно побеждают в вопросах на различных западных гик-ресурсах, как самая недооцененная линейка комиксов, как линейка комиксов с самым крутым названием и как франшиза, однозначно заслуживающая продолжения и возможной экранизации. Но реальное будущее этой вселенной туманно. Хотя, как знать, Марк Шульц в свои 67 лет еще здоров и полон сил, не спеша работает над очередным 66-страничным продолжением комикса, и кто знает, может выход этого тома всколыхнет новую волну интереса к франшизе. Хотя та же старая армия фанатов тоже не дремлет, и достаточно взглянуть на цены некоторых лотов на eBay, чтобы понять, что ксенозойские истории в США все еще помнят и любят. А на сегодня все. Всем сила. V8.